Коля поймал форель. Фу, то есть позавчера ходили. Ночью. Много ходили туда на ночь. Это, говорит, сфотографирую утром. А где он? Форель. Большая форель была. Показали вот такую. Такую? Да, еще такая. Но еще больше есть. У нас все есть. У нас вот он сидит один, такой зимой ходит. Где? Ну, вот он сидит. Да? Барбос. Он зимой ходит по речке. Зимой, я же говорю, вот так вот в речке. Тоже с маской тут налезли. Килограммовые попадаются всякие. Вот он это по этой части хорошо что? Разбирается. Интересно же. Нам интересно же про форель. Меня ж милиция разыскивает. Коль, да ладно. Милиция. Расскажи, как ты ходишь, как шаришь там? Нельзя. Так, куда это нельзя? Все можно. От развилки. Вот. А где ваша тачка? А вот она. Вы имеете в виду, куда вот эти? На этой не нет, вон туда. Да. Там Симферополь. Ну, не. Да, но не. Где ж ты лисички пропадал? Так вот, лисички были. We'll be right back.
надо. Ну что, пацаны, сколько там еще? Это вы фото... Пинается, они только меня признают. Да? Даже вот мужа и то не признают. Сухая? Да, правильно, малая речка. Мало воды. Дрова есть, дрова полная. А, ну да. Сухая. Это удивнее теме. Тогда остынь, это уже не кофе. Она тренгулями снился. Знаю. Мы еще вас угостим. Молочко будете пить, парни? Он живой или нет? А вот так. Надо было сказать никуда. Не надо было делиться. А когда райисполком пришел, трава есть. Да. От него болеют. И туберкулезные могут быть, и астматики, и бронхиальники. Вот. И а это растет у нас. Кому скажешь? А теперь я... А если возьмешь, его надо... По-любому надо запасть. Да? И вот, и вот. Ну, нет, и вот. Ваньке, стоит я? Подожди, я еще там это куплю выше. Подожди. Больше сделай, больше. На два. Тоже выпрашивает 31, ты чего ж? Миша, подожди. Тишка. На, Кыша. Они и забирают, когда болеют. Да. Они любят, когда их ласкаешь. Знает, когда корова дует, уже идет. Она очень вредная. И кошки спрашивают, ну как ты живешь? Она вот мяу глазами. Вы заметили, как она вот, когда что-то ей хорошее идешь, она это, а в другой раз она глазами прищуривается. А собаки спросили, как ты живешь? Он говорит, я живу хорошо, говорит, я хочу у моего хозяина, чтобы было 40 детей. И все 40 давали по кусочку хлеба. Поняли? Вот собака настолько довольна хозяином,
А кошка, она хочет, чтобы только ее любили. Но не любили люди. Он не любит кого. Уважительными. Доброты нет у нас друг друга, как раньше. Сейчас тонешь, он еще ногой тебя толкнет, чтоб ты вообще не выплыл. А раньше же сочувствие. Во время войны мы намного-много, война шла. Доброты больше было, очень больше было. И самосознание, доброта, человечность. А сейчас его нет. Нет. А ты не нужны на сегодняшний день. А? Эти качества на сегодняшний день не нужны. Ведь деньги в карман многих очень людей попадают совсем. Ахчанвар говорит, сен бай. Ахчанюх сен ким садильсин. Деньги есть, говорит, ты богат. Денег нет, ты никто. Ну вот. Они попадают значительно легче. Шансы, говорит, играют романсы. Проще украсть. Поэтому для этого не нужно обладать качественными какими-то человеками. Не знаю, я просто спрашиваю. Здесь психолог на заказ, поэтому спрашиваю. Да. Что вы думаете? Это музыканты будущее. Это вот да. Консерватория, вот Сережа Арцебашев, его папа знаменитый режиссер Арцебашев. Thank you.